Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте. Кто не поставит, будет сосать. Здравствуйте, дорогие друзья и враги! Я вас приветствую из рая. Как настоящий русский коренной москвич, я просто обязан был попасть в рай, выполняя, так сказать, поручение партии и правительства. Ну что же, описание рая не по Данте, а по Панасенкову. Прежде всего, конечно, вид на Капри. Не спеши, не спеши, дай товарищам посмотреть на Капри. Я уверен, они очень рады, особенно за меня. Далее Сорентийский полуостров. Полуостров. Это опять я. За мной весь Неаполь, Наполи. Мой один из самых любимых городов, особенно с музыкальной точки зрения. Край поэзии и солнца, как поется в песне в неаполитанской, которую тоже часто исполняю. И вот здесь дивная природа, южная природа, и прежде всего, конечно, это эвкалипты, цветущие многие деревья, которые именно в этот сезон, значит, в октябре начинают распускаться. Это просто фантастика. Но прежде всего это, конечно, теплый, совершенно еще летний, хотя октябрь, но это для нас, хотя октябрь, а для них это просто октябрь, ветер, венто, море бесконечного разнообразия палитры, от темно-синего до лазурного, и там дальше, где освещено солнцем, совершенно серебристо-золотистые перистые облака. Ну, просто абсолютная фантастика, чего и вам, не всем, а то здесь и так, я считаю, что и так, что много желаю. Но, знаете, все-таки, да, не надо всем, лучше, вы знаете, как-то больше Достоевского, больше заглубитесь, углубляйтесь, как, знаете, духовно. Вот. Не надо это всем, вот это все. Это все, знаете, такое внешнее, наносное, наливное. Вот это не надо. И душа должна трудиться. Здесь, нет, только там, где полный, значит, это самое, там вот это у них начинается. Так что я продолжаю гулять, мои дорогие друзья и враги. Вот там, на острове Капри, окопались англосаксы. Я, как военный эксперт, занял господствующие высоты и наблюдаю за неприятелем. Я просто хочу передать привет моему дорогому другу из Ленинграда, но сейчас уже как бы не в Ленинграде, Олегу, униформисту, реконструктору. Вот привет из Неаполя. Привет, Олег.